Цветы лучше пуль, уверены участники выставки «Образ мира», которая открылась в столице. Молодежь со всей страны представила свои картины, скульптуры и видеоролики. Как видят мирную жизнь молодые украинцы, узнавали наши корреспонденты. Голубь мира устал работать в одиночку, поэтому в столичной галерее РА представили новые миротворческие символы. Конкурс «Образ мира» – это более 160 авторских творений, от петриковской росписи до современного искусства. Мені здається, що в Україні зараз дуже бракує антивоєнної повістки. Тобто ми бачимо велику кількість конкурсів, велику кількість якихось мистецьких творів і проєктів, які стосуються саме теми війни безпосередньо. Тобто це учасники АТО, фотографії учасників АТО, фотографії людей, які безпосередньо включені от в цей воєнний процес. Але ми не бачимо певної антивоєнної повістки. Студентка із Луцька создала логотип під названням «Всі ми равні». Робота зайняла третє місце в конкурсе. Девушка говорит, долго думала над идеей и решала, какой вариант подойдет. Остановилась на планете с детскими руками. На логотипе изображены руки на нашей планете Земли. Я вважаю, что миру мы сможем достигнуть все разом, когда возьмемся за руки, будем сприяти этому. На нашей Земле есть разные люди, разные расы, но я вважаю, что все мы однаково потребуем миру, злагоди, мирного неба, и я вважаю, что каждая людина на это заслуживает. Организаторы намеренно не ограничивали молодежь в выборе жанра. Таким образом, каждый участник смог реализовать свое видение жизни без войны и насилия. Очень много молодых людей вообще стали участниками этого конкурса. И ну, так как у нас галерея современного искусства, конечно, интересные какие-то находки. Находки вот в визуальном искусстве, это и в графике, и в живописи. Поэтому, может быть, даже в будущем наша галерея будет даже с кем-то сотрудничать. Победителя в номинации «Приз зрительских симпатий» пока не выбрали. Его определят посетители выставки и объявят 14 марта.